Такипчелары, мерабалар, насылсыңыз, иемісіңіз. Шимді біз гидиорыз, всем привет, девчонки, гидиорыз емек еремізе. Қарнымыз галиба ачты. Марияныңке. О yüzden bir bakalım neler var, ne yiyeceğiz. Her zamanki gibi galiba. Ben seviyorum yani. Böyle bir çıtır pıtır falı bir şey lanı. O yüzden bir bakalım. Şimdi Ankamal'da yemek bakıyoruz neler var. Böyle bir döner, pidem, sayrem. Neler daha orada ev yemek esan iskan, şan iskandır. Duyuyor. Böyle yakın göstereyim size. Мои дорогие, в общем, Маша проголодалась. И решила она что-нибудь перекусить. Пиццу она не хочет, ела в прошлый раз, но, наверное, давно не ела. Так. Давно не ела KFC. Так, гамбургер с котлетой. Так, Маша, может быть, бургер с котлетой? Это надо сейчас открыть. А что там еще попить-то? Ну, опять же, вы знаете, девчонки, очередь такая больше в этот, в KFC и Искандер. Так, пчелорам хер заманки гиби Искандер, да? Мештерины свах. Şurada bana bakıyor, çekmeyin diye galiba. Ama biz çekiyoruz. Şimdi burada McDonald's, orada Burger King. Burada KFC, galiba KFC. Наверное, все-таки возьму KFC. Маша сейчас перекусит. И возьмет она. Ну, как всегда, я много ничего не могу поесть. И вообще не хочу, наверное, даже... Нет, ну, вроде Маша проголодалась. Что съесть. Короче, девчонки, заказала, так, говорим, буждаем, майонез алдым, так, это все взяла, колу взяла, там вот такая подготовка, в общем, позовут меня. В общем, все это стоит 40 лир, один гамбургер. Один гамбургер, там идет у нас кола и по желанию уже, какие соусы хочешь, берешь. Вот. Сейчас, наверное, поеду в другой магазин, я сюда приехала только из-за Зары. Новые поступления очень много всего. Вот. В общем, будем ждать, когда зазвенит мое чудо. Не знаю, зазвенит ли, да, такая. Такой звонок, будем ждать. Так, еще раз. Зил чал влажат без китычай. Усадок.
общем, пришло вот такое чудо. Ну и сейчас мы с вами покушаем так, которым емегимиз geldi. Şimdi Maria Hanım'a afiyet olsun. Yiyelim, değil mi? Sonra devam edeceğiz gezmeye. Привет, привет, мои дорогие. Как у вас дела? Снимаю уже, наверное, 6-е видео. Просто 4 сняла видео. Они без звука. У меня там есть эта запись, конечно, я ее не удаляла. Но у меня там просто есть распаковка. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели распаковку Антошки, которую я получила. Торт, да? Краски развалины, скажем так. Вот. И, ну, там без звука. Я его присоединю, как бы, чтобы в конце этого видео уже более нормального, да? Будет то видео, хотя бы распаковку посмотрите. Ну, я уже немножко поела, наверное, видно. Так, пчелор мироболат, нас смс, и смс. Yeni aldım, geldi, Rusya'dan, adı Antoşka. Yani böyle yaptım. Kargomu açtım ama o açtım videom sessiz oldu. O yüzden bu videodan sonra ona bakabilirsiniz. Ama o video sessiz yani maalesef. Öyle yazmışım. Mikrofonum bazen öyle yapıyor. Beyaz dağ yiyeceğiz. Bunu biraz tadına bakalım. Девчонки, давайте попробуем немножко антошку, а потом покушаем белую гору. My dear, hello. Просто супер. Без крупинок, абсолютно гладкая, нежная масса такая. Как сливочно-сырная. Присутствует у нас побелка. Она какая-то подслащённая как будто. На вкус просто вкусный. Tadıçok güzel. Biraz yağlı. Hiçbir kum yok. Taze. Peynir gibi. Ama tadı biraz tatlı gibi geldi bana. Ve azıcık. Hem de badana sonrası var. Koku. Şimdi beyaz dağ. Ну что, попробовала с вами. Моя дорогая Антошка. Ну что, белая гора. Без дах.
Машина елся. Здесь пришло у меня видео с распаковкой. Все-таки я пришью к этому видео. Посмотрите, но оно без звука. Там было 2 килограмма. 2 килограмма 700 грамм. 700 с чем-то. Прям в коробке. Хотела, чтобы вы увидели. Ждала, получила ее, не распаковывала 3 дня. Потом на 4-й день, думаю, сниму видео, распакую, посмотрите. Сама люблю распаковку. И что вы думаете, без звука записала? Ну, хоть посмотрите, какая там коробочка, как оно пришло. Кому интересно. Bu videodan sonra takipçilerim sessiz videom olacak. Nasıl bu geldi, nasıl açtım yani kargodan. Onlar hepsi vardı. Maalesef sesi yok. O yüzden isterseniz orada bakabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Yani девчонки, вы не поверите. Снимала 2 видео, помните, да, с едой и еще одно было у меня меловое. В общем, они были без звука, я их не прослушала и загрузила сразу с едой. Конечно же, я извиняюсь, я думаю, посмотрю на вопросы, там отвечу, если у кого есть вопросы. Заглянула, уже просмотров было больше 1000, и я только тогда узнала, что оно без звука. Я извиняюсь. Вот, я не знала, не смотрела видео, сразу загрузила. Но уже второе видео, которое меловое, уже не стала загружать, потому что, ну что загружать-то, ничего не слышно. И 2 видео, в общем, было без звука. Ну и что вы думаете? Сняла опять за один присед 4 видео. Такие аппетитные, вообще хорошие видео были. Я их не удаляла, они у меня есть, кстати, я их не могу удалить. Как-то, ну, не могу. Вот. Одно видео вот пришью, распаковочку к этому видео. Посмотрите в конце, кому будет интересно, конечно, но там без звука. И эти 4 видео, то есть я проверила микрофон, он работал. Я решила снять 4 видео, конечно же, все сняла подряд. А потом просто, когда я просмотрела, они все опять без звука были. Хотя я проверяла, был звук. Был проверочная эта видеозапись была. Ой, в итоге я ходила, бегала со своим телефоном в сервис. Ходила, он у меня новый телефон. Я, наверное, вам говорила. Месяца ему, может быть, 3. И как бы не больше. Они проверили там, сказали, нет, все работает, все нормально. Окей. Потом вот проблема, наверное, в микрофоне. Но проблема в микрофоне как бы, ну, нету ее, потому что я проверила в другом своем телефоне. Он там работает. Но все-таки я пошла, у нас есть, где вот сервис, да, там уже свой частный как бы. Там мальчики очень хорошие, русскоязычные. К ним пошла все-таки объяснить. Вы знаете, вот молодцы. Ребята. И они говорят, вы, говорит, когда микрофон одеваете, вы, говорит, одеваете его без обложки. Говорит, обложку снимите, потом, говорит, этот микрофон. Потому что, говорит, там иногда бывает, говорит, нестыковка из-за обложки. Потому что у вас там такая, ну, как бы, ну, задевает, говорит. Я такая, ну, ладно, думаю, хорошо. Ну, как-то до этого я как-то не догадалась, Маша. Вот, так раз переживала, что у меня проблема с телефоном. Думаю, ну как так, новый телефон. Ну, гарантия есть, конечно. Но все равно не хотелось бы уже. Привыкаешь же к телефону. Вот. И сходила. Вот в данный момент я сняла обложку. В общем, с микрофоном я надеюсь, что там есть звук. Очень надеюсь. Сейчас я проверю, конечно. Вот. Ну, как-то не получается, понимаете, вот эти 4-5 дней я уходила утром,
в 9 утра и приходила в 7 вечера, а то и в 8 вечера. И вот только силы хватали что-нибудь перекусить, и все, и больше ничего. Душ сходить там туда-сюда, короче. А видео снять вообще, ну, невозможно. Просто Маша очень была уставшая. Вот. Так что вот так, мои дорогие. Оставила вас на некоторое время без видео. Вот и не обессудьте. Это я не... Я, то есть, за эти дни уже думала, запись сделаю и выгружу, но, к сожалению... Запись сделала, но выгрузить не могла, загрузить, то есть в телефон, как-то так. Но я думаю, вы меня поймете. Спасибо вам за поддержку, за подписку. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Ну что, пока-пока. Так и пчелорам тащикирадарим. Абониолу. Так и питан излин. Seviyorum, öpüyorum. Çok teşekkürler. My dear, thank you. I love you. Ну, поехали. Будет следующее видео.